Всем привет! Сегодня будем приготовить фунчоза. Для этого нам понадобится один болгарский перец. Перец готово. Лук репчатый в один штук. Лук порезал. Теперь будем жарить. В сковородку добавляем оливковое масло. Отправляем лук на сковородку. Для этого нам понадобится 300 грамм куриного филе. Курица готова, режем такими мелкими кусками. Отправляем к луку. Курицу отправил к луку, хорошо перемешиваем. Закрываем крышку, 5 минут будем тушить. Отправляем сюда макарончики, пока она там жарится. Добавляем сюда кипяток. Ребят, добавим кипяток. Оставляем тоже на 5 минут, чтобы хорошо сварился. Нам понадобится еще один огурчик. Тоже порезал. Тоже готово. Отправляем сюда соевого соуса, соль, перец молотый, все хорошо перемешиваем. Отправляем сюда болгарский перец, все хорошо перемешиваем тоже. Добавляем сюда чеснок, 3 зубчика, все хорошо перемешиваем. Отправляем сюда же огурчики, все хорошо перемешиваем. Слит горячую воду и промываем с холодной водой вермишель. Все помыли с холодной водой. Сделаем серединку такое местечко. Теперь будем вермишель отправлять сюда. Отправляем сюда вермишельчик. Все хорошо перемешивать будем сейчас. Добавляем еще чуть-чуть соевый соус и хорошо все перемешиваем. Все хорошо перемешиваем. Минут через 3-4 можно снять, еда готова. Вот, ребята, фунчоза готова. Можно еще по вкусу добавить кунжут, кто хочет.